Володіти голосом може кожен, головне правильно розрахувати свої сили та можливості. Саме цим займається дівчина, яка прийшла до нашої студії, професійно займається, вміє поставити голос і знає, як зробити так, аби всі заспівали. Тож, Аліна Осійчук, викладачка з вокалу, вокальна тренерка і дівчина, яка просто неймовірна. Вона багато чого зробила вже для того, щоб люди співали. Тож, і ми ще чогось зробимо, обов'язково, щоб всі запіли. Так, ну дивіться, український народ, він дуже співочий і завжди співали і десь на весіллях, і просто між собою, і виходили на професійну сцену. Чого нам не вистачає? Що потрібно додати, аби голос лунав і був свіжим, чистим, щоб можна було його не лише десь показувати так між собою, а щоб він вже виходив на професійний рівень? Ну, если мы говорим об украинском народе в целом, то у нас, конечно, певучая нация, как говорится, и это правда, и все об этом знают, и это не секрет. А чего не хватает каждому человеку, украинцу, это опыта и работы с педагогом. Самое важное – прийти к преподавателю и сказать: «Я хочу, чтобы вы меня научили». И тогда это будет работать. Если человек сам себе дома что-то пытается как-то петь, ну так вот сам себе он там и останется. Я думаю, что вряд ли участники Евровидения, например, сами себе дома что-то записали, попели, потом вышли и победили. Да? Они занимались преподавателем, квалифицированным, они работали над своим голосом, и благодаря этому добились успеха. Вот, собственно, это и нужно – найти классного преподавателя и заниматься с ним. Какие вимоги вы ставите перед собою и перед учнями, звичайно, аби все це зробити на рівень вище, ніж вже були спочаткові дані? Ну, смотрите, это в первую очередь зависит от того, с какими данными пришел человек, во-первых. Во-вторых, от того, с каким он пришел запросом. Потому что если человек пришел, например, ко мне и говорит: я хочу научиться классно петь для того, чтобы петь песни в караоке. Я же не могу ему дать там Лару Фабиан какую-нибудь петь, потому что в караоке вряд ли он будет это делать, да? Это, скорее всего, какие-то достаточно простые песни, в которых важно делать акцент на ритм, попадать четко в ритм, на попадание в нотки и быть зажигалочкой, танцевальным. Вот это одни требования. Когда приходит человек и говорит: я хочу поступить в самый лучший музыкальный вуз страны для того, чтобы стать звездой. Ничего себе. А это вы за все беретесь, Алина? Я? Берусь за все, конечно. И вот абсолютно разные люди в этом, конечно, и сложность работы преподавателем, но в этом и интерес, потому что приходят все абсолютно разные. И такие, кому-то нужно что-то попроще, кто-то хочет стать суперзвездой, поэтому беремся за всех. Суперзвездой все хотят стать? Ну, багато, багато. Очень много кто хочет стать звездой, но... Еще для этого треба? Может, вы секрет зараз відкриєте? Для этого нужно очень много работать, и, к сожалению, когда вот, да, мы приходим на первое занятие, там мне девочка говорит: я хочу быть суперзвездой, все, научите меня, мы договорились, там пожали руки, говорю: супер, вот поработаем через годик. А вы знаете, что выходить за этим стоит? А потом мы начинаем работать, там оказывается, это надо и дышать, и мышцы напрягать, оказывается, надо еще головой работать, и у человека стоит, я понимаю, все. Вот она мечта куда-то улетает. Конечно, потому что важно до человека донести понимание того, что это реально большой труд. У меня с детства, например, было так, что даже моя мама, еще когда не отдала меня в музыкальную школу, она думала, что ну что там петь на сцене? Ну, рот открываешь, там в ноты попадаешь, ходишь весь такой веселый. А потом, когда я начала учиться в музыкальной школе, оказалось, что это вот столько работы, которую нужно делать каждый день, и это гиперсложно. Ну, это как бы не к тому, сейчас все посмотрят, подумают, наверное, Ой, Алина, что все, учиться так, не будем якось, никогда. Ну, так, может, есть более простой путь. Разбить, конечно, на частинки какие-то. Обязательно. Мы же приходим не для того, чтобы за месяц научиться и сразу стать звездой. Это какой-то достаточно долгий путь. И мы можем в любой момент остановиться, и вы скажете: мне достаточно. Вот вы придете ко мне на вокал. С каким запросом, например? Нет, так я и так хочу. Вот. А вы чего хотите? Вы же хотите чего? Наприклад, да? Наприклад. Давайте. От давайте так, ми зараз собі уявимо, що хочеться зробити якусь класну пісню. Супер. Так? Приходить людина і хоче і записати, може зробити там кліп якийсь, може знайти в собі можливості, так? А це найперше, найголовніше, кожна людина повинна знайти в собі таланти і їх розвивати. Конечно. Ну от, наприклад, що треба для того, щоб навчитися співати і класно подавати ту пісню, доносити до глядача те, що є. Ось тут воно сидить, і його треба розкрити. Абсолютно вірно. Оно вот тут сидить у кожного чоловіка. Наша задача на заняттях – зняти психологічні зажими, розположити к себе ученика, зробити все, щоб в тебе чоловік влюбився,
и смотрел на тебя горящими глазами и думал, все, вот хочу точно так же, я уверен, что вы меня научите, например. В первую очередь делаем это. А во вторую очередь это техника. Это мы уже начинаем с каких-то упражнений. Первое, над чем мы работаем, это наше вокальное дыхание, это постановка дыхания. Все знают, что нам надо как-то дышать вокалисту правильно, да? Это постановка нашего речевого аппарата, это рот должен открываться, быть мягким, потому что все люди приходят, у них рот вообще не открывается никуда, челюсть зажата и так далее. Это работа на дикции. Ой, це ж скільки роботи. Тобто треба ось це розім'яти, всі ці м'язи, які в нас є. Обязательно. Вміти розкривати рота і потрапляти в ті ноти, які треба. Окрім голосу, ще треба мати слух, треба чути музику. Да, вступати слух правильно. Есть у каждого человека. То есть мы друг друга слышим, да, и мы не говорим об исключениях, но слух есть у каждого человека. Вопрос вот в этой синхронной работе слух плюс голос. То есть не каждый человек может повторить то, что он услышал. Вот это мы разрабатываем на уроках, да. Вот то, что я слышу, то я и повторяю. Легко сказать, да, там услышать, но надо же еще и повторить. А коли вже результат видно? Це, мабуть, всі хочуть спитати. Если вы приходите и говорите, я хочу одну песню, и хочу ее записать, и там снять клип, то песня у нас будет готова за месяц. Так. 8 занятий вот так, с головой. Для любого человека, неважно, с каким вы уровнем пришли. Но вы должны понимать, что она и звучать будет не так, как оригинал. Если мы хотим спеть песню какой-нибудь там Тины Карель, мы как Тина Карель даже через год не зазвучим. И даже через 5, и через 10 лет. А для себя особисто, чи может людина придумать якийсь текст, чи, я не знаю, там, ну, написать, например, да, и конкретно под каждого все это сделать? У нас бывают случаи, ну, там, ко мне, например, это часто происходит, приходят ученики и говорят, вот я пишу стихи, и вроде бы как там ла-ла-ла напеваю музыку, давайте как-то это слепим в одну песню. И мы уже, исходя из параметров ученика, пытаемся подобрать такую мелодию, чтобы человеку было легко это пропеть. И записываем песню конкретно под человека, это называется песня под ключ. То есть она такая уникальная, такой в мире нигде больше не существует. Да? Як народжуються хіти? Чи це ви берете до уваги? Мы не стремимся написать хит. Наверное, хит – это простая музыка, которая понятна каждому человеку и которая у нас вот здесь отзывается. Если мы слышим песню, и мне от нее хочется танцевать, или мне хочется подпевать, или я чувствую, да, какой-то огонь внутри, значит, для меня это личный хит. Невозможно угодить 100% аудитории. Да? Это вообще как бы нереально. У нас даже все люди делятся. Там рокеры, меломаны, какие-то там регги-ребята, которые любят всю вот эту вот штучку кантри. У каждого свои музыкальные предпочтения. Але ж професійна і вже добре технічно виконана будь-яка робота одразу помітна. Конечно. Щоб ми не слухали, і не дарма з різних направлень музика стає популярною, вона розходиться по усьому Конечно. Світові. І напівають, наспівують, хочуть повторювати майже усі люди. Неважливо, якою мовою вона зроблена і написана. Ще одне. Якщо людина, наприклад, не дуже володіє тою мовою, якою хочеться заспівати, буває то як тоді? Самые смешные случаи, это когда приходят сейчас в тренде кей-поп-культура, вот эти все танцы, и бывает такое, что приходят девочки, да, там подростки, говорят, а я вот хочу на корейском петь. И тут мое сердце начинает стучать быстрее. Да. Было у меня такое, что приходит, говорит, хочу петь на японском, на корейском. Я говорю, так, фух, ну давай будем разбираться. Что самое важное сделать, это не читать слова, это слушать ушками. То есть если мы будем читать слова, во-первых, мы там ничего не поймем, это все дико сложно. Можно, конечно, транскрипцию, но транскрипция будет звучать вот такое все, да? А если мы пытаемся повторить это на слух, то теоретически и практически мы можем это просто, ну, повторить. Вот то, что слышу, то и повторяю. Да? Это очень круто получается делать у детей. Они, например, как только приходят на занятия, буквально сегодня у меня была вот такая масючка 5 лет на уроке. Мы с ней только выбрали песню, правда, на русском языке, но очень быструю. Дети в 5 лет и на русском, для них это тоже как китайский Абракадабра. Язык. Да, тоже что-то непонятное. Но она смотрит на меня, как я открываю рот. У меня еще такой лайфхак, секретик, когда на занятиях детки я крашу губной помадой так поярче, чтобы они привлекало внимание, они смотрят мне на рот, и я включаю клип, и она так вот какие-то слова ловит и моментально повторяет. У нее нету зажимов, стеснения, она и в какие-то слова пытается попадать. Так она заспевает. И так Швидко. Она и запоет, да, и сразу ребенок поет. А у взрослых, когда я прошу, ну давай попробуем сразу повторить, что же мы будем
учить, это можно читать так 5 месяцев, вот вычитывать песни. Мне говорят, ой, я не уверена в своем английском, так хочу, но я не уверена, да. Надо сразу повторять. А взрослые все, ой, а что ж скажут, а вы ж на меня смотрите, а что ж вы подумаете, это ж вы пойдете всем расскажете, это ж теперь весь мир узнает, что я как-то не так пою. Поэтому важно расслабиться и понять, что преподаватель, это, наверное, как психолог. Все, что происходит в кабинете, оно дальше кабинета не выйдет никогда в жизни. Вся вот эта лажа, непопадание в ноты, этого никто никогда не увидит. Мы увидим только красивую картинку уже на концерте, когда это будет готово. Алін, ну я знаю, що люди справді приходять з будь-якими запитами, їм треба одним одне, іншим друге, але співати хочуть усі. Звісно, 100%. Ось так і виходить. І, мабуть, тому що людина таки через спів доносить себе, частинку показує. І ось той спів, він може багатьох дістати, дістати до найсокровеннішого, до чогось. Так. І от якраз нам потрібно обрати саме той варіант, який буде майже всім підходити. Оце, мабуть, те, чим ви займаєтесь. Так, да, ми підбираємо такі пісні, щоб от нравилось чоловіку. У мене бували случаї, коли ну, 40+ люди, це вже взрослі, вроді би, казалось би, такі уверені в себе, а стоїть і плаче, прям ревет на уроки. Я говорю, ти що? Що случилось? Що произошло? От ні з того, ні з сього. Вона говорить, мені так пісня, от прям сердечко, я прям її почувствовала, і от где-то воно там розтаяло. І стоїть і ревет. Так, це добре. І це прекрасно, тому що виходять емоції, тому що, можливо, вдома не виходить где-то там поплакати, ти завжди такий весь із себе сильний, мужественний, да? А тут ти прийшов, розслабився і наконец-то зрозумів, що вот, треба висвобождати свої емоції. У мене була когда-то ситуація, одна учениця прийшла, говорит, вы знаете, наверное, у вас таких никогда не было, а у меня и правда таких никогда не было. Говорит, я к вам буду ходить, можно раз в недельку на часик. И мне надо вот жесткий рок прям проораться. Я говорю, интересно, конечно, давайте попробуем. Я говорю, а зачем? Она говорит, вы понимаете, у меня, вот, я недавно родила ребенка, я воспитываю девочку одна, и бывает, она меня так вот взбесит, я хочу на нее накричать, и вот и не могу прям себя сдержать. А после того, как выкричался где-то, то приходишь домой, такой веселый, эмоции уже ушли на второй план, и все хорошо. И она правда ходила, выкрикивала эмоции, она мне сказала, да, действительно, я прихожу домой, и как бы все хорошо. Наскільки це важливо для людини, да, так, розвиватися. Конечно. И голос, и те, що нам здається, що нібито нічого, я знаю точно, тіло все болить. Да. Це я так зараз не скажу, я знаю болить, точно, да, так, як це буває, бо ти напружуєш повністю своє тіло, аби мышцы, видати, да, звук. Да, да. І це складно, насправді. Це фізична робота. У мене є некоторі ученики, які говорять, все, в спортзал ходити не буду, буду ходити к тебе. Тому що ми на заняттях і бігаємо, і присідаємо. У нас є комплекси упражнень, коли ми повинні розтормошити нашу діафрагму. Вона якраз займається тим, що утримує наш голос, да, если мы поем и трясемся, то это значит диафрагма нестабильная. Угу. И для того, чтобы научиться петь ровненько так, не бояться, мы начинаем бегать на занятия. У меня человек уже потеет. Ой, 40 минут, пожалуйста, когда домой? Уже не могу я не петь. Это, конечно, работа организма, да. Но мы это делаем только для того, чтобы не напрягаться потом во время пения. Мы зараз, до речі, бачимо, як у вас все це відбувається, да, но там зі звуком, я думаю, що ми це все чуємо. Ось. Да, це у нас розпівочки проходять, ми дивимося різні техніки, звісно. Дуже, до речі, комфортно, я бачу, як людям подобається. Ось, да, ось та техніка, про яку ви казали. Да, це робота над диханням. Конкретно от ми розбираємося, далі вже все, поємо, дихання розібрали, поємо, учимо тексти. Танець обов'язково, от постановка танця – це обов'язкова історія, щоб чоловік розкріпощався, танцював, кайфував від того, що він робить, тоді це буде круто. Ну і фінал – це запис пісні, це обов'язково. А якщо пісня вже записана, то чи підтягуєте ви голос? Обов'язково. Даже все профессиональные артисты нам кажется, о боже, как они поют красиво. На самом деле это все, конечно, работа звукооператора тоже. Да? Звукорежиссер сидит и вытягивает нотки. Невозможно петь идеально красиво всегда в любых условиях. Есть такое понятие, как автотюн и тюнинг, например. Да? Когда мы записываем песни, мы как-то выравниваем, делаем это красиво. И даже в живом выступлении есть уже такие технологии, которые позволяют, вот прям я с вами разговариваю, пою, а мой голос автоматически редактируется. Вплоть там, до неузнаваемости, например.
это происходит там доля секунды, человек, зритель, он даже не поймет, что голос исправлен. И у нас такая картинка, что все звезды поют идеально классно. Ее очень сложно, эту картинку, разрушить. Приходится искать где-то в Ютубе, там, знаете, такие все неудачные выступления звезд, где у них тоже срывается голос, они тоже лажают. Это такие же люди, как и мы. Не надо стремиться петь всегда идеально, надо просто кайфовать от того, что ты делаешь. Алин, я просто дивуюсь, я не знаю, як може така молода дівчина взяти на себе, взвалити ось таку страшну вагу. Ну, я так скажу, тому що багато роботи дуже робите. І що найголовніше, це виходить, є результат. Результат класний. Ви самі співаєте ж також? Я разом співаю, з... да. Так? А чи хотіли б ви на сцену, на велику сцену показати себе? Ви ж гарна, співайте, вмієте. Смотря на яку сцену. Так, на сцені ми виступаємо регулярно, у нас є свої концерти, отчетні там, або якісь тематичні, новогодні, День города теж, все це в городі ми виступаємо, нет вопросов. А касательно там больших сцен, а-ля вот эти все конкурсы наши знаменитые, да, там «Голос страны», «Х-фактор» и вся эта история, ну, раньше у меня не было желания, сейчас мне ученики подбивают, говорят: «Алина, иди, давай, так иди, давай, пожалуйста». Алина. Потому что уже мой ученик побывал на «Голосе страны», осталось только, ну, не победил, да, но приобрел бесценный опыт выступления на «Голосе страны». Там, чтобы победить, это надо очень сильно постараться. И, ну, немногие знают, что все-таки эти шоу, это больше про шоу, а не про голос. Аліночка, ну то значить треба вперед. Ну тепер вже, раз всі мене хочуть туди, значить, якщо ви зірка, то вже треба себе показувати. Окрім того, що ви робите для інших, і ще і працюєте над собою, то результат буде неодмінно, обов'язково. Ми вам його от так направляємо. Спасибо, значить тепер ще від вас візьму і пойду от в цьому році, значить, 100%. Раз всі вже так зовуть. Аліна, чекаємо з перемогою, будемо раді бачити вас ще у нашій студії. Така чудова сьогодні була дівчина. Ми багато про що поговорили. Спасибо. Про голос. І знаємо точно, що з голосом треба працювати. Це велика робота. Ну і все, що було від душі, не просто так. 100%. Якщо ви не кайфуєте від того, що ви робите, краще цього не робити. Чому все виходить? Ви говорите, там такий великий об'єм роботи. Просто тому, що я від цього кайфую кожен день. Я лечу на роботу, я сижу на роботі до 12 ночі. І от мені від цього, мені хочеться ще більше, ще і не останавливатися. Якщо б можна було не спати, я б не спала. Маліночка, треба відпочивати. Аліна Сійчук була сьогодні в нашій студії. Раді були і будемо з радістю чекати вас ще. Спасибо. І зустрінемось за декілька хвилин.